Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Так, ну что, у нас закончился турнир. Вот наши награды. Как ты понимаешь, я не получил Лигу Мастеров 3 звезды. Потому что мы получили с тобой 65 платиновых осколков, а должно быть 75. Так, ну что, забираем здесь наши награды. И, ребята, сегодня суббота. Ну, а так как я неделю целую не играл, точнее, даже пятница, ребят, пятница, я ошибся. Мы начинаем только сейчас наш буст. Ну, ты понимаешь, что это будет не буст, а полная ересь. Ладно, давай смотреть. Короче, заберем бесплатно с тобой пак. Что нам там выпадет? Ага, Крис Брэдфорд. Окей, так, здесь забираем. Эти мы с тобой сделаем позже. Так, турнирная арена. Да, давненько я так не играл. В пятницу начинать буст. Жесть. Ладно, раз, два, три. У нас сейчас будет очень-очень медленное продвижение. Это факт. Ты против этого никуда не пойдешь и не попрешь. Так, ну что, начнем с массовых атак. Само собой. Мы этих ого, даже не упал. Мы по-прежнему будем с тобой продвигаться, как говорится, легко, но медленно. То есть поединки будут легкими, но двигаться мы будем с тобой медленно очень. Смотри, мы получаем с тобой 55 место. Хотя при бусте мы бы легко бы с тобой сотку бы перепрыгнули. И то же самое будет, ребят, с кубками. Ну, ты понимаешь, что мне нет смысла уже, ребят, здесь рваться к Лиге Мастеров. Я элементарно не успею. Во-первых. Во-вторых, у меня не хватит ресурсов. Даже если брать откаты, у меня их всего 47 штук. Поэтому отыграем, короче, вот эту вот пятницу, субботу и воскресенье. Просто по фану, ребят. А уже следующую неделю... Ну, я вам объяснял, почему так получилось, друзья. Обновление компьютера, также системного обеспечения. В общем, там такая волокита была. Не хочу просто вдаваться в эти подробности. Да и ни к чему. Но все очень долго прошло у меня. Так, ну что, 11-12 возьмем. 21, 20 и 19 ранг у нас противника. По-прежнему 3 бойца, и нам сейчас очень долго будут вот так вот, ребят, как говорится, возюкать вот с тремя бойцами. Я не знаю, это уже третий поединок. Может быть, на пятый в лучшем случае дадут нам четвертого бойца. Так, минус Леонардо. Но, как я всегда говорил, лучше поздно, чем никогда. Если бы мы с тобой добрались бы до Лиги Мастеров, хотя бы даже до одной звезды, было бы неплохо, ребят. Мы бы хоть сколько-то урвали бы с вами платиновых осколков. Чем вообще нисколечко не забрать. Так, 11-11, а вы почему не даете мне 11-12? О, молодцы, красавчики. Спасибо. Раз, два, три. И до сих пор нас трое. До сих пор нас трое здесь. Так, ну что, Кирби, Караечка. Ну, давай, наверное, сделаем вот так вот. Так, нейтрализатор в минус. Хорош. Так и надо было. Ладно, ребят, двигаемся далее. Так, какую позицию дадут? Так, 42-я. 42-я, 11-12. 11-11. Ну, придется, ребят, соглашаться. Да, здесь нам не будут давать роскошных, как сказать, кубков. Ну, типа, как мы с тобой бустились раньше, 11-12, 12-13, 13-14 и так далее. Нет, здесь все очень будет медленно. Поэтому, как говорится, бери и радуйся тому, что тебе дают. По-другому и не скажешь. Так, я до сих пор, ребят, на воин 2 звезды. Ё-моё, я из первой категории не выбрался еще. Трэш. И до сих пор у меня еще 3 бойца. А поединок уже, наверное, я не знаю, наверное, 6-й или даже 7-й. Я в шоке. Вот что значит не поиграть с недельку в игру. Как тебе тут сразу же, ребята... Да, принижает по полной программе. То есть ты тут вообще никто, и звать тебя никак. И ничего ты получать не будешь.
Ладно, ну... Вот, воин 3 звезды. Это нам еще нужно, ребят, ступень пройти, чтобы перейти... Да, на следующий ранг. Я в шоке. Наконец-то, это прикинь, мне только сейчас дали одного бойца, ребят. Да. И у них, у противников до сих пор 21-й ранг. Так что... Нет, конечно, нет. Не на что тут, ребят, рассчитывать. Ну что, на какое место получаем? 50-е. 50. О, смотри, 12-13 дали. Ну, допустим. Раз, два, три, четыре. Ну, конечно, ребят, когда дают тебе полную коллекцию, например, да, бойцов, ну, 5 штук, как оно, в принципе, и должно быть, это одно дело. Когда тебе дают, там, ну, 4-3, это, конечно, минимум. Поэтому давай. Давай. 6. Так, 11-12. Нет, ну ведь было же 12-13. Было, мы видели лично. Вот. Так что не надо нам тут, как говорится, мозги засорять. Делайте все, как мы хотим. Как можно больше, как можно лучше. Блин, сегодня, ребята, отработал. Пришел домой. Лег спать и проспал весь день. Просто в 7 часов вечера встал. Очень сильно голова болит, потому что болит шея. Видимо, спал неудобно. Чувствую себя как разбитое корыто, если честно. Вот. Но, тем не менее, все равно решил, ребята. Надо, думаю, поиграть. Я не хотел, думал, уже целую неделю не буду играть в черепашек. Все равно уже пропущено много, много чего не успеть. А тут кваску, как говорится, выпил и подумал, ну, почему бы и нет. Ну, почему бы и нет. И есть время, давай поиграем. Давай. Вот и играем. Так, ну что, причем здесь, смотри, картина. Я только сейчас, ребят, заметил, что там картина с постером на стене. Обалдеть. Почему именно с тостером? Вот это непонятно. Так, 12-14 уже дают. Раз, два, три, четыре. Ну, давай. У них до сих пор 20-е ранги, а мы уже с тобой, по-моему, там... Да, мы 50-е. Ну, давай сделаем уклонение. Плюс бросим флакон. Хм... Я, честно говоря, думал, что они упадут. 28-й ранг, как-никак. Но нет. Баллон, флакон не справился со своим, как говорится, назначенным заданием. Так, 27-й. Че, элита 2 звезды будет нас уже поджидать? 12-13. Давай возьму Рафаэля здесь. Раз, два, три. Кто-то мне, ребята, написал как-то в комментариях, прокачай Шинигами, у нее массовая атака. И если честно, я так и не понял, какая массовая атака есть у Шинигами. Кто-нибудь помнит? У нее нет ни одной массовой атаки. У нее есть дух Они, у нее есть летающая мышь, так? Какая массовая атака? Наверное, вы что-то перепутали, сударь. Прежде чем спрашивать, вы хотя бы посмотрите, какие у персонажей есть атаки. Так что у Шунигами никогда не было массовых атак. Так, ну что, ребят, 99-я позиция, и мы... Ну, давай возьмем 12-14, фиг с ним, там все равно больше нам не подсунут. Раз, два, три, четыре. О, только сейчас, ребят, дали нам 5-го бойца. Ну, давай-ка сделаем... И все, что ли? Господи, я думал, мы там будем с ними хоть какое-то иметь сопротивление. Нет. Так, 12-14. Ну, окей. Раз, два, три, четыре.
Так а что тут, ребята, 70-й против 28-х, 26-х уровней бойцов? Понятное дело, мы их будем рвать здесь. Как говорится, один выстрел, один труп. А по-другому здесь никак. Окей. Такс. Позиция 37-я у нас. Раз. Да тут Леонардо одного будет достаточно. Но так как мне приходится все равно брать команду, я делаю добор. Так. Просто на вертушке и они валяются. Так, а если у нас сегодня пятница, значит, у нас доступно дополнительное задание. Верно я говорю? Верно. Надо будет их тогда сегодня пройти. 13-15. Ну, например, Магман, Джастин, Крис, ну и Донателло на дорожку. Давай провокацию возьмем. Ну, это не обязательно, но я просто выпендрился. Я же знаю прекрасно, что мы будем здесь всех валить. Так, элита, 3 звезды. Мы даже до Лиги Самураев не дошли. И не дойдем. И не дойдем, друзья мои. Ну, просто нам не хватит с вами кубков. Так, ну что ж, давай сделаем, наверное, крученый от самого Усаги. Все. Кунаичи, все такие бойцы просто простояли. Даже, как говорится, ни ударчика не сделали. Так, 54 место и... Сколько у нас? Последняя заходка? Слушай, нет, еще пока... Еще пока есть порох. В пороховницах, да? Еще на пару боев там хватит нам. Так, ну что ж, бросай черепки. Хм, гирлянды похожи на пасхальные яйца. Висят там. Так, ну что, 29-я позиция. 13-16. Ну давай возьмем этих. Раз, два, три, четыре, пять. Ну да, еще один поединок. Он будет, правда, немножко неполноценный, потому что там 4 бойца. Ну и фиг с ним, главное, чтобы отыграть. Одной бомбочки зэка было достаточно, чтобы они упали. Ну, вот так вот. Так, интересно. Ну, мы, наверное, перейдем, да? В лигу, ребят, мы перейдем с вами в Лигу Самураев. Но не закрепимся там. У нас не будет 50-го ранга. Что говорит о следующем. Полетим мы с тобой. При следующем заходе мы будем где-нибудь находиться. Наверное, в лиге воинов, может быть. Или в элитке. Не знаю, точно говорить, ребят, не буду. Но нас 100% скорее всего сбросят. С самураев, наверное, в элитку все-таки. Так, ну что, с этим все, закончили. Мы переходим в испытание. Так, вот у нас, ребята, платиновые. Угу. Так, платиновые. Поехали. Выбор, конечно, 80-й, 71-й. Блин, такой себе. 3 волны. Ну, давай посмотрим. Что здесь из себя представляет? Я, честно говоря, что-то я не помню такого события. Я даже не могу сказать, кто здесь будет последним боссом. Так, ладно, первая волна закончена. Переходим на вторую. Ну, пока мы увидим здесь одних дронов. Давай я сделаю, наверное, массовую атаку через Алапекс. А, точно, как же я мог забыть. Вот она.
Девочка-трансформер. Ну что же я тебе скажу. Так. Ага. Накидываем. Давай вот это, наверное, сделаем удар. И добивка. Все. Замечательно. Да, я давно-давно этого робота, ребят, не видел. Я и забыл. Так, ну что, снаряжение проворства мы получили. Так что давайте теперь попробуем. Да нет, 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 не то. Мне нужно эксперт снаряжения. Так, еще одно снаряжение проворства получил. Опа, эксперт снаряжения, ребята, было? Было. Двигаемся дальше. Команду я менять не собираюсь. Единственное, что я, наверное, попробую, ребят, на автобой поставить и посмотрим, как они здесь будут. Ну, зачем ты сделал мощную атаку на каких-то хламов, я не понимаю, а, Рафаэль? И Майки то же самое, начинает чудить. И я еще понял бы, если бы он бы проворство бы на себя повесил. На всю команду. Даже не проворство, а уклонение. Вот, ну это-то зачем? Так, дроны. Вот здесь можно было бы, ребята, и массовую улепить. Я бы все бы понял. Но никто ничего особого не делает. Ну, даже... Добило все-таки. Так, ну что же, вот и босс. Я просто боюсь... Нет, надо самому, ребят, переключаться. Я просто переживаю, что змея-карай может у нас упасть. Ну-ка. Она же понижает атаку, по-моему, да? Нет. Так, у нас и Рахзар еще какой-то ватный. Ну-ка, сделаем так. Посмотрим. Посмотрим, сколько он там. Ну, неплохо, неплохо. И добивочный. Но, тем не менее, Рахзар, друзья мои, очень получил прилично урона, а Карайка, так как она еще слабже, чем Рахзар, ну и, соответственно, она получила бы намного больше бы урона и могла бы отдуплиться. Так, ну а мы продолжаем искать эксперт снаряжения. Пока выпадают комиксы. Так, осколки. Все, ребят. Сыр у нас закончился. Так, что у нас тут? У нас есть серия испытаний. Подожди, какой Рафаэль? Раз, два, три, четыре. Наверное, я сделаю вот так. Ребят, зачем я это сделал? Зачем взял Донни здесь? Мне нужен лекарь. Мне нужен лекарь, чтобы залечить нашу команду. Она вся потрепана, особенно Армагон и... По-моему, я лопухнулся с выбором команды. Так, у них у всех откаты по лечению. Надежда... Ага, вот, у Донни. Шикарно. Ну вот и все, ребят. Вот и прекрасно. Нате в челюсть. Дрону в челюсть. Нормально. Хотя почему нет? Там же сидит он внутри этой боевой машины. А что тут, всего две волны? А, ну да. Тут, ребят, вот что значит уже долго не играть. Все позабыл. Конечно, две волны. Это же у нас событие. Так, давай, наверное, сюда укус. И училку. Вот так вот. Все, ребят. Блин, как у меня, ребят, нога чешется. Комары просто зажрали. Вчера на остановке стоял. Блин, просто невыносимо. Жрут в наглую. Еще комары такие, блин. Здоровые какие-то, атомные, блин. Мутанты самые настоящие. Так, ладно, поднять уровень персонажа. Поднять уровень персонажа. Но мы это сделаем потом. Мы это сделаем с тобой с помощью Леонардо, да? Да, ребят, Леонардо видение. Давай мы его поднимаем по уровню. Такс, и... Давай, наверное, стрелу прокачаем. Так, нам нужно 5. 5 пультов управления. По-моему, так они называются.
Ага, здесь нам не дали. А, пульт от телевизора. Один есть. Так, второй. Третий, нужно пять, да? Третий, четвертый. Пятый, давай, отлично. Отлично. Так, ребят, ну что, здесь по пятерочке. Вот у нас идет еще на пассивку. О, четыре опять же. Раз. Два. Три. И последний. Последний, дайте мне, пожалуйста. Так, все, окей. Так, мы прокачиваем с тобой еще и пассивочку здесь. Никогда не склоняйся. Не отступай и не сдавайся. Так, и получается, что все задания мы здесь выполнили. Верно? Так, а у нас точно не хватит на Донателло? Да, ребят, нам не хватает 8000 мутагена, чтобы его повысить на 95 уровень. Ну что же, ничего страшного, ребятушки. У нас еще 2 дня в запасе. Но я, конечно, тут рекордов никаких бить не собираюсь. Но просто хочется хотя бы до Лиги Мастеров дойти. Хотя бы, ребят. Это нереально, я прекрасно это осознаю. Но неохота просто терять осколки. У нас и так 115, а нужно сам знаешь сколько. Ну что же, вот на этой ноте мы сегодня закончим с вами это видео. Всем удачи и до новых скорых видосиков.